Всем привет, дорогие друзья! С вами Хаунд. Мы продолжаем проходить Resident Evil 2 в переводе Обитель зла 2. И сейчас мы пойдем искать щиток. Потому что мы нашли какую-то коробочку. Возможно, она подойдет нам для этого случая. Сюда. Дальше, сюда, по-моему. Ну все, солнце мое, прекрати. Не ругайся. Все ж нормально. Мы никого не обижаем, все хорошо. Екс. У меня есть коробушка, вот эта коробушка. Использовать. Все? Вот эту штуку не надо? Вот эти не надо? И чё? То есть мало одной детали, что ли? Или я что-то не понимаю, подожди. Да ладно, только не говорите, что мало. Не открывается, да? Ну пойдем дернем тогда вот эту хрень. Получится, нет у нас? Опа. Нихера. Окей. И что дальше делать? Тут закрыто. Панель, выключатель или каким-то образом настраиваться. Считыватель. В морге я почему-то не все допроверил. Как так? Непонятно тоже. Внутрь мне спускаться не хочется на эту ступеньку. Не знаю, кстати, почему этот вход не заблокировали. Зачем вам вообще вниз спускаться? Как думаете, ребятки, стоит пробовать, нет? У меня есть карта. Давайте посмотрим книги. Мистер енот, детали электрощитка. В генераторной. Ну я нашел же их, да? Пошел чинить часовую башню. Что такое часовая башня? Я хз. Двери и багажник. Погнутый ключ! Двери и багажник! Вот это полезно, я сейчас посмотрел. Пошли эти полицейские тачки, посмотрим. Так, тут мы откроем, нет? Нет. Так, давайте вот эту крутую тачку посмотрим. Нет, полицейскую. Сначала полицейскую, не работает. Теперь крутую белую. Работает? Ключ. И изучить. Ключ от машины, ключ зажигания. Лезвие погнуто. И чё? Какая? Вот это, да? Ага, и чё тут лежит? Ложа. Матильда. Нифига, пулемет! Вы чё, гоните? Это чё за пулемет? Обалдеть, он два слота занимает. Матильда, ты что такое? Что за пулеметище, серьезно? Ключ больше не нужен, давай выбросим. Да я понимаю, что не вернуть, но он больше не понадобится. Так. Нам дало это только улучшение для Матильды. Пошли обратно в морг сбегаем. Это жестко. Матильда теперь тупо имба. Как автомат какой-то выглядит. Направо бесполезно. Давайте в морг обратно, чё? Ну серьезно, у меня выбора нету просто. Что делать? Нужно, чтобы все комнаты у меня стали абсолютно белыми. Чтобы я был уверен, что мне не нужно туда возвращаться будет. Здорово, собаки, давно не виделись. Как дела? Все в порядке, да, у вас? Вы гавкаете, как обычно, молодцы. Тут этот псих-то умер, нет? Заскучал? Тихо, тихо. А! Найс. Давай дробышем ему. Похари. Ну это ГГ. А что все морги закрыты, я не понимаю. До конца двигаем. Все нужно выдвинуть до конца. Ты тоже до конца, понятно. Давайте с тебя начнем. Ничего задвигать не будем. Тупо все до конца вытаскиваем. Флешка лежит. Флешку забираем, куда? Сюда. Место есть для нее, все нормально. Да не смотри ты на него, он не встанет больше. Я же нормально оглянулся. Это мою голову порвал, он тоже не встанет. Мы тут одни. Если кто-то будет ломиться, то мы услышим это. Тараканов оставляем, чё? Ха, понятно. Лучшая игра года, как говорится. Так и должно быть все. До конца.
И эту штуку последнюю до конца достаем. Все. Морг белый. Морг белый. Меня устраивает это. Пошли дальше проверим. Матильду лучше возьми. Она выглядит надежнее. Потому что 4 патрона. А-а-а, ты еще живой, что ли? Ёлки-палки. А я про тебя и забыл, братан. Ну, если по чесноку. Я тупо про тебя забыл. Извиняй, пожалуйста. Я же не специально. Ну, запамятовал. Чё теперь? Не жить, не играть в эту игру. В эту замечательную игру, где ты тараканов не можешь замочить. А чё не так-то я сделал? Перебор, видимо, да? Это управляет только за А. Это только за вольтажом. Надо попасть, походу, только в красный, да? Давайте попробуем. Так. Блин. Теперь вот эту поднимем. Не попадаю. Не попадаю. Текс. Включай эту. Есть! Е-бой! Делаем дабы, пацаны, делаем дабы! Собаки открылись! А, ты чё? Хорош пугать так, вы чё, пацаны? Беги, 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 беги! Просто тупо беги! Оп, уворачиваемся! Лево, право, лево, право! А-а-а! Тварь такая! Открывай двери! Открывай двери, братан! Все, валим! Обалдеть, их сколько сейчас будет? Я же все в клетке пооткрывал. Это читы! Это читы! Так делать нельзя! Вы чё? Генератор, но я не доследовал, потому что я порох просрал. В изолятор, ну да, бежать надо. Ну, побежали тогда. Беги! Беги, 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 беги! Не умирай! Не падай духом, чувак! Просто беги! Просто беги, пожалуйста! Мы не должны умереть! У нас пуль нету, чтобы сражаться! Открывай! Давай флешку, не знаю, бросим! Да откуда столько собак? Откуда столько собак в этой игре? Я не понимаю! Патрон столько нету, сколько собак! Так, бежим в изолятор, тупо в изолятор! Давай, давай, они должны отстать от нас рано или поздно! Сюда! Бегом, бегом, бегом! К зомби, к зомбарям! Давай, братан, беги! Ножик еще нету! Ёперный театр! Ты работаешь, тварь? Конечно, не работает. И что делать? О, как это жестко! Как это жестко! Трава дает хп. Давай объединим тебя вот с этой травой. Смесь КС. Ты еще понадобишься. Ты не понадобишься, наверное. Давай выбросим тебе. Дернешь? Ничего не будет, понятно. Нужно возвращаться и валить собак всех. Тупо всех валить напрочь. Каждую животину. Не щадить. Но было бы чем. Никого. Собаки не умные, они не догадались сюда зайти. Меня это единственное, что радует сейчас. О, подождите. Сейчас соберемся. Все, готовы. Тайная комната. Коробка для сохранений. Т-образа. А давайте спустимся, слушай-ка. Пацаны, не убивайте! Не надо! Пожалуйста, не надо! Юзай, использовать. Хорошо, бежим! Где выход? Где спуск? Вот там! Бро, спускайся! Бро, спускайся! Найс! Они сюда прыгать по-любому не будут. Фух. Мы сделали это, ребята. Мы сделали. Красавцы. Где эта Т-образная там хрень была? Подождите, мне показывали, типа, штука какая-то крутая.
Первый этаж, нижний, первый. На нижнем этаже что у нас? Лестница под землю. Непонятно. Верхний, печатная машинка. Т-образное отверстие. Нет, я далеко уже ушел, извините-ка. Так, обратно карту мне включите, пожалуйста. Подземка, мне нужна подземка. В общем, сейчас поднимаемся, бежим обратно и... Я не знаю, что в генераторной, видимо, мы не сделали. Ну, просто нет вариантов, что еще я должен сделать. Красная трава вон есть у меня. Но она не нужна мне. Это по-любому. Сюда я точно не должен возвращаться, тут ничего нету. Да выруби ты фонарик, не позорься. Давайте сохранимся на всякий случай. Потому что бежать нам придется. Бежать нам придется достаточно, мне кажется. Собаки лают. Ой, жестко, жестко, ребятки, жестко, очень жестко. Побежали, побежали, просто бежим. Не тормози, бро. На наши все ты беги. Ну что это за походка? Да ей-богу, как девочка какая-то. Заходи. Найс. 50 собак. Направо. Правильно? Да, правильно. Нам нужен питомник. Вдоль стены беги. Вдоль стены так безопаснее. Открывай. Тут никого нету. Есть, есть, есть. Вдоль стены беги. Собаки достаточно тупые. Они не догадаются идти вдоль стен. Они думают, что мы как тень. Сюда, сюда, сюда. Вдоль стены, вдоль стены. Тупо вдоль стены. Это лучшая тактика, которую я только что придумал. О, хорош! Порох. Порох где-то здесь. Вот там. Вижу порох. Объедини его, дурень. С пестиком. Перезаряди. Все, я готов сражаться. Я готов сражаться. Тупо лучший. О, ребятки. Конечно, уровень жесткий. Генераторная не засчиталась мне. Я что-то не вижу или что? Почему мне не засчитывают за прохождение уже? Я собрал порох. Траву надо собрать обязательно. Сюда я не могу пролезть. Извиняйте. Труп я не могу ничего сделать с трупом. Собирай. Все засчиталось. Геге, вепе. Так. Че нам... Смотрите, дверь открылась. Мы сейчас выходим. И, короче, повторяем. Погнали. Вдоль стены. Вдоль стены не забываем. Вдоль стены, вдоль стены, вдоль стены. Направо. Точно так же. Опять направо. Вдоль, 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 вдоль. Нормально. Собаки тупорылые, они не могут на меня накинуться. Блин, не получается вдоль стены. Открывай. Хорош. Дальше куда? Дальше следующий поворот направо. Бежим, бежим, братан. Беги, не тормози. Вдоль стены не забывай. Ай-яй-яй-яй, он бежит. Я слышу ее сзади. Сюда. Есть, открыта дверь. Зашли, нормально все. Собак не будет? Вроде бы лают. Но не отстали, да? Есть. Мы прошли этот жесткий уровень с собаками, друзья. Просто. Мы лучше, мы еще вернулись. Шикарно прошли подземку. Шикарно. Патроны. Перезарядись. Клево, клево. Когда получается, мне начинает нравиться. Давай, сохранись обязательно. Это что такое? Ну, нормально, свет, как у себя дома. Я же генератор включил. Это что? Это суперпорох. Суперпорох. Плюс суперпорох. Патроны для револьвера. Спасибо. Лучше бы для дробовика собрал. Собаки. Вот воры какие, а. Это что? Патроны для револьвера. Что ж я это слово не могу легко сказать. Электрическая деталь. Не знаю зачем, но мы заберем ее. Извини, бро. Но когда я тебя убиваю, ты как-то загораешься. Знаешь, симпатично. А это означает только то, что я тебя... обязан убивать. И это не мои правила, это правила игры. Это собака. О, короче, выломают не все. Смотрите, какая стрельность добавилась какая. Нажми, нажми, нажми. Электрическую деталь мы взяли. Используй. Нажми. Нож! Какая стрельность-то
Все, я лишился ножа тут же. А, мужик проснулся. Которого порвало на части. Где тут выход? Запасный выход. Мне сюда не хочется. Мне нужно в начало, да? Что тут у нас? Смотри-ка! Сумка, боевой нож. А погнали, сбегаем-ка, а? Или назад? Вот сюда. Нет, не-не-не-не-не-не. Куда угодно, но не сюда. Давайте обратно к Нигеру. Нужно проведать, как этот малый поживает. Я правильно же, да, зашел? Здрасте. Мордасте. Вваливается он без стука. Посмотрите на него. Самостоятельный встал, как... Молодец. Алло, бро. Братан вернулся. Ты дома? Эй. Алло. Марвин. Марвин. Твою налево, а. Эх, Марвин, Марвин. Чтоб ты не встал. Это чтобы ты не встал. Слышь, я покончу с этим, лейтенант. I promise. I am, обещаю. Давай спускаться сюда. В общем, смотрите. У меня же есть эта штука, крутилка. Это для, для домкрата. Это для домкрата. Что за хрень? Пусти, пусти. Заходи. Тихо. Он не выломает же. Он же не выломает. Пожалуйста, скажите, что он не выломает мне. Блин, сумка лежит в 203-й. А у меня 3-й, даже кнопочки нету. А подожди-ка, может рубин подойдет? Слышь. А как этот? Поставить сюда что-нибудь? Только изучить могу. А использовать никак, да? Ладненько. Обратно карту мне можно? Что нам нужно? Мы сейчас выходим. И, собственно, все. Мы сейчас выходим, и нам нужно на другую комнату попасть, на второй этаж. Угу. Угу. А где второй этаж? Я что-то немного подзабыл. Налево, да? Погнали! Погнали, 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 беги! Флешка есть? Флешки нет. Боевой нож есть, нормально. Беги, ты тварь такая! Хорош, нажимай, нажимай, нажимай! Нож! Режь! Режь! Да ты сейчас дохнешь, дурень! Используй! Ничего не помогло, нормально. Используй. А беги, беги, беги! Наверх! Наверх, братан! Пожалуйста, наверх! Так. Дальше куда? Не, пока непонятно. Карта не поменялась. В душевую надо. Да-да, в душевую надо. Заходи, пожалуйста. Зайди. Все, зашел, молодчик. Просто убегаем отсюда. А куда мы перейдем? Так, прямо. Дверь налево должна быть. Патрон вообще нигде нет у меня. Ёлки-палки. Как так? Она открывается через флешку. Поздравляю. Есть что? Здесь галерея, да? Отверстие с рукояткой. Погнали обратно. В галерею. Что делать-то? Выбора не остается. Через зону отдыха. Слышь, пошли сюда. Через зону отдыха. А у меня какая-то штука, смотрите, появилась справа внизу. Помните, нет, что означает? Лично я не помню. Ха-ха! Думаешь, я забыл про тебя, дверка? Ни капельки я про тебя не забыл, подруга. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что даешь мне порох один. Будет второй порох, нет? Это чё? Ну, ребят, переносной сейф, мы же такое проходили 1000 раз. Погнали изучать. Space. Так, первая кнопка это. Запомнили? Да чтоб тебя. Ага, ты наверх даже идешь. Ага. Ага.
Ага. Так. Раз. Первое, последнее. Угу. Ага. Так. Первое. Последнее. Сюда. Первое. Последнее. Третье. Вторая. Так, надо запомнить первое, последнее. Вот это, вот это. Да! Последнее. Вот это, вот это. Ха! По-другому, но я взломал. Крутой музон, мне нравится. Есть! Кнопочка. Кнопочка, кнопочка. Давай сюда. Давай сюда. Через зону отдыха пойдем. Блин, там же вообще жестко сейчас спускаться будет. Там потому что страшило. А страшило я беспокоить не очень-то сильно хочу, ребятки. Сами понимаете, что он из себя представляет. Боевой нож можно, пожалуйста? Я просто на том зомби просрал его. Я воткнул и не достал. Спасибо. Слышь, а можно объединить два ножа? Нет, это не Майнкрафт. Ладно. Работает? Ты тварь такая, конечно. Я тебе говорю. Выбросить. Угу. Погнали наверх. Давай-давай наверх. Ну, смелее, чё ты? Дисковый замок. Это не ко мне. Часовая башня. Вот это по мне. Мне нужно как-то в часовую башню попасть. Для этого мы идем назад в холл. А, ну, собственно, понятно. Мне нужно попасть в ту дверь, а из той двери попаду туда, куда мне нужно. Прикольно. Мне... В смысле? Ты чё, собака? Ребята, вы не приохренели ли? Часом. Чё там скрипит? Как она скрипит? Тут ни ветра, ничего нету. Чё за тупости? И почему дверь закрыта? Когда заходил через нее каждый божий день. Вы меня специально, да, заставляете идти через этих тварей? Чтобы все нервы слил и патроны. Я, конечно, могу попытаться дробовиком замочить ее. Но... Маловероятно, что у меня получится. И хп у меня, извините, не максимум. Вообще хер знает, что она делает. Очищает тело от токсинов. Спасибо. Использовать я не могу ее даже. Так, мне прямо, да, получается? Пошли прямо. Бартан, не умирай, ПЖ. Не скули, как баба. Ты мужик, ты работаешь в ПД. Ты что скулишь-то, я не понимаю. Так, спускаемся на первый этаж мы, значит. Или на третий, подожди. Что у нас на третьем? Дисковый замок. Библиотека, да? Нам это ничего не надо. Ага, балконы какие-то. Здесь что? Домкрат. Домкрат нам не нужен. Нам нужно отверстие с рукояткой. Для этого мы возвращаемся на первый этаж, да? Там поднимаемся на втором этаже. Ой, на второй этаж через холл. В общем, жопка, друзья. Давай, давай сюда. Давай в дом, пожалуйста. В дом, пожалуйста. И сохранимся, потому что сдохнуть мы можем легко. Спасибо. Объединяем. Объединить вот с этой штукой. Используй. Ну. А, это я магию сделал себе обратно. Спасибо. Спасибо, мне это очень помогло. Не сюда. Используй. Шкафчик, третий этаж. DSM. Угу. DCM. Запоминаем? Все запомнили, да? Погнали на третий этаж, бегаем быстренько. DCM надо вести. И мы выиграем, короче, лотерею. Не ломай, пожалуйста, деревяшку мне. Их не так много у меня. Третий этаж. Мне сюда. DCM, я запомнил. DCM, DCM. Вот это шкафчик, да? DCM. Привет, DCM. DCM. Есть! Открывай ворота. Патроны для револьвера. Для револьвера.
Назад! Назад беги! Пожалуйста! Это жесткие крики! Очень жесткие! Я не хочу проверять, не хочу разбираться, что там. У меня не так много пуль. Плюс мне нужно эти пули для этого ставить. Для черта. С мозгами торчащими. Ух, сейчас, короче, заходим. И сразу же направо. Не стреляясь. Ты чё? Ты чё так пугаешь? Обалдеть. Заходи, заходи, не умирай. Тварь. Тварь какая. Обалдеть, по мне пот пошел. Братан. Обалдеть, он вылез. Так нельзя делать. Так люди умирают после такого. Спейс. Это я единственное, что помню. Ага. Ну, 203-ю давай, какая разница? А, я понял. Ага. Не так. Короче, 203. Такая должна быть. Вот она. И 103-я, да, кажется? Ну назад, чё ты? 103, кажется. Да! О-о-о. Всё, назад. Доставай сумку. Бро, не умирай, пожалуйста. Ты мне нужен. Мужик. Блин, один удар, и я всё тупо труп. Нож, давай. Ещё один, нам всё понадобится. Мы сольем вот этот. Выбирай его. Тупо на мужика. Либо мы, либо никто. Давай, погнали. Хорош. Он промазал. Он не попал в нас. Меня это радует. Хорош. Все, ребят, я не могу, мне нужно отдыхать. Это было нереально сложно. Поэтому давайте, пожалуйста, на этой серии мы закончим. Потому что у меня нет хп. Нету вообще ни хрена. И что делать дальше, я не представляю. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем удачи, спокойной ночи, если кто-то спать собирается. И пока!